Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Накануне в арт-центре на ИСЛАЛ Министерством образования и науки Тувы проведено торжественное чествование лучших выпускников школ республики этого года. На мероприятие были приглашены 12 выпускников, получившие самые высокие баллы по предметам на ЕГЭ 2019, а также 40 выпускников, получивших медали за особые успехи в учении, их родители, учителя, а также директора школ. С поздравительным словом перед участниками торжественной церемонии выступила заместитель министра образования и науки, государственный инспектор по русскому языку республики Тува Елена Хардикова. На церемонию приехали ребята со всех кожунов нашей республики, те, которые получили наилучшие результаты, наивысшие баллы по единым государственным экзаменам и которые закончили курс среднего общего образования с самой высшей наградой – золотой медалью. А золотая медаль вручается выпускникам при наличии у них отличных отметок по всем учебным предметам за курс средней школы и при высоких баллах по обязательным предметам по русскому языку и математике не ниже 70 баллов, либо пятерка по базовой математике. Нам очень отрадно, что в этом году у нас есть два выпускника, которые получили максимальную отметку – 100 баллов. Это выпускница государственного лицея Долгова Татьяна, которая набрала 100 баллов по литературе, и выпускник Казанского президентского кадетского училища Покаянов Станислав 100 баллов по профильной математике. Надо отметить, что по математике у нас впервые максимальная 100 баллов. Всем выпускникам, высокобальникам и их родителям вручены благодарственные письма и памятные подарки. Учителям – благодарности Министерства образования и науки Тувы. В 2019 году в республике 40 выпускников, получив соответствующие отметки и баллы на ЕГЭ, получили медали за особые успехи в учении. Из них 36 выпускников из районов и городов Ак-Даурак и Кызыл, а также 4 выпускника из Кызылского президентского кадетского училища. Мэрия города Кызыла информирует о том, что 28 июня в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня молодежи, устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Руководителям предприятий общественного питания также рекомендуется снять с реализации в день праздника алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Запрет установлен согласно постановлению мэрии города Кызыла под номером 390 от 24 июня этого года об ограничении реализации алкогольной продукции в день проведения праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню молодежи. С 1 по 10 июля для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования станций тепловых сетей в многоквартирных домах и социальных объектах Кызыла и поселка Кахем будет отключена подача горячего водоснабжения. Во избежание аварийной ситуации АО «Кызылская ТЭЦ» просит соблюдать меры предосторожности, не оставлять открытыми краны горячего водоснабжения. Если же в эти дни при включении крана для горячей воды продолжает поступать вода, то необходимо в срочном порядке обратиться в свою управляющую компанию «Товарищество собственников жилья» или в эксплуатирующую организацию, либо позвонить в ЕДДС города Кызыла. Команда точек общепита Тувы приглашает участвовать 14 июля во втором фестивале тувинской баранины. Конкурс приурочен к народному празднику животноводов НАДМ 2019 и проводится с целью развития гастрономического туризма, продвижения бренда «Тувинская баранина», поддержки традиционного отгонного животноводства, популяризации высоких вкусовых качеств экологически чистой баранины местного производства, повышения культуры обслуживания профессионального мастерства работников предприятий общественного питания, а также сохранения национальных кулинарных традиций среди населения республики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июля. Все команды готовят название, речевку и единую форму. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июля. Пенсионный фонд России произвел перерасчет неработающим пенсионерам. В итоге ежемесячные доплаты к пенсии у них выросли в среднем на 523 рубля. Индексация была сделана в соответствии с поправками в закон о социальной помощи и прожиточном минимуме, которые были внесены в апреле. До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже прожиточного минимума, получали доплату, уравнивающую пенсии с минимумом. Но каждый раз, когда в начале года пенсии индексировались, их размер рос, а величина доплаты понижалась. В итоге на руки людям приходила также сумма, что
было раньше. По новым правилам, доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Абсолютное большинство пенсионеров получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май. Также в майские выплаты вошла прибавка в результате перерасчета с января по апрель. Как заверяют в Пенсионном фонде России, если кто-то еще не получил прибавку, это обязательно произойдет до 1 июля, сообщает «Российская газета». И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 62 рубля 81 копейка, евро 71 рубль 38 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Региональным следственным комитетом в отношении бывшего руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва Вереники Сюгамадыр возбуждено уголовное дело в связи с наличием в ее действиях признаков преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере». В мае 2018 года бывший руководитель управления ФНС России по Республике Тыва, выполняя условия устной договоренности, обеспечила проведение выездной налоговой проверки общества с ограниченной ответственностью «Лунтин», по результатам которой было вынесено необоснованное решение об отсутствии у данного общества обязанности уплатить налог на прибыль за 2017 год свыше 690 миллионов рублей, что не соответствовало действительности. В свою очередь, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Лунтин» за указанные незаконные действия обеспечил перечисление на указанный счет взятки в виде денег в размере 15 миллионов рублей разными частями, которые впоследствии через посредников были переданы бывшему руководителю управления ФНС. Учитывая изложенные обстоятельства в отношении взяткодателя, то есть заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью, а также двух посредников, были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за отдачу взятки, а также посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Данная противоправная деятельность была выявлена в результате оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Республике Тыва. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, Вероника Сюгамадыр была арестована в ноябре прошлого года. Следствие обвиняет бывшую чиновницу и ее супруга также в служебном подлоге и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Детский доктор Тувы Николай Паркаев удостоен звания «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Этим наградным знаком награждаются медицинские и другие работники, имеющие несомненные достижения в своей практике и проработавшие в этой сфере не менее 15 лет, в том числе в организации здравоохранения свыше 3 лет. Николай Паркаев – выпускник педиатрического факультета Томского медицинского института, по распределению был направлен на работу в Тувинскую АССР. Трудовую деятельность начинал с Кахемской центральной районной больницы. С 1990 года работает в Республиканской детской больнице врачом-анестезиологом-реаниматологом. По инициативе и непосредственно участии Николая Паркаева в 92 году открыт первый и единственный в республике на тот момент кабинет экстракорпоральной детоксикации. Также он активно занимался очень актуальной проблемой – заместительной почечной терапией у детей – гемодиализ. Как врач-анестезиолог-реаниматолог в течение всех лет работы осуществляет выезды по санитарной авиации и эвакуации. За 40 лет работы доктор Паркаев внес значительный вклад в развитие и укрепление здравоохранения Республики Тыва. 29 лет работает в отделении анестезиологии и реанимации Республиканской детской больницы и всю свою сознательную жизнь посвятил охране здоровья детей. «28 июня состоится открытие выставки народного мастера Тувы, лауреата международной премии «Филантроп-2018», художника-реставратора Национального музея Республики Херолола Оржака, посвященная 50-летнему юбилею со дня его рождения.
Хиролол Оржак является талантливым художником, прикладником и народным мастером, чье творчество дважды было представлено персональными выставками живописных картин, резьбы по дереву и камню, художественными работами по металлу в лучших традициях тувинских мастеров. В 2007 году прошел стажировку в Государственном Эрмитаже по реставрации ткани и кожи. Им были отреставрированы многие предметы музейного назначения, которые стали экспонироваться в залах музея. Несмотря на его инвалидность, он активно участвует в творческой и общественной жизни коллектива Национального музея. Многолетний и добросовестный труд мастера, его активная общественная деятельность отмечены многими республиканскими и ведомственными наградами. По республике ожидается перемена облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле перемена облачность, дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 28, плюс 30.